Всем привет, девчонки! Убираюсь на кухне. В общем, позавтракали сегодня. Сын еще не переехал, ну и у него еще мебель вся не пришла. Ну, короче, не пришла, еще никакая не пришла в квартиру. Он же заказывал, ну, полностью всю мебель. Поэтому сын еще тоже не переехал. Ему потихонечку, ну, приходят всякие разные посылки, ну, с такими мелкими вещами, там вот микровели я показывала, тостер пришел, ну такие всякие мелочевка, короче, всякая разная, а кровать, шкаф, в общем, короче, мебель, ничего еще не пришла. И поэтому, и так как ему еще негде, не на чем там спать, поэтому он еще здесь дома. Но он каждый день туда ходит, что-то там делает. Я не знаю, посуду можешь расставлять по местам, не знаю, я там не была, я там была только один раз. В общем, я тут мою посуду. Ну, такие большие. Короче, чак-чак, ой, капает с нее. Чак-чак скушали, остался маленький кусочек. Я его убрала в холодильник. Думаю, а вот это вот все большие такие чашки, салатницы. Я... посудомоечную машину не ставлю. Много места занимает. И поэтому я в основном все такие большие. Кастрюли, сковородки. Обычно все мою руками. Сегодня буду печь пирог. Хоть яблочный. А то у меня яблоки пропадают. И рецепт сниму на свой другой канал. Так что, кому интересно, я уже пекла этот пирог. Будет у меня такой яблочный пирог с заливной, ну, со сметанным соусом. В общем, кому интересно, переходите, смотрите. Но еще не сделала, да? Только буду делать. Вон, сзади уже начала готовить. Сейчас мне нужно еще, ну, доубираться на кухне. Яблоки я уже порезала, но сразу хочу эту терку сразу все убрать. Я на ней сегодня нарезала. Ой, еще чуть не упала. Специально нарезала вначале яблоки. И сейчас по-быстрому все здесь я уберу, чтобы мне здесь это все не мешалось. Кофемашину почистила, кофе у меня тоже там собралось, нужно было почистить. Ну, в общем, как все, как всегда, как у всех на кухне, так и у меня. После того, как кто-нибудь здесь покушает, или все, кто здесь находится, один что-нибудь возьмет, другой что-нибудь возьмет. И постоянно здесь получается бардак, потому что сразу все за собой ничего не убирают. Поэтому сейчас я здесь сразу все по местам распихаю. Что мне еще осталось? А вот это мне еще нужно убрать на место. Ну, это туда наверх. Мужу скажу, чтобы запрыгнул туда и убрал. А, кстати, мне вчера в комментариях, когда мы там по набережной гуляли, вчера гусей, уток кормили, лебедей. Мне одна девушка написала, это выгорит, наверное, немка, или, ну, с корнями немецкими, а муж у вас чисто русский. Нет, девочки, мальчики, это я чисто русская, а муж у меня чистый немец. Ну, как чистый немец? Он немец из Казахстана, но у них в родне... Все немцы. В общем, они такие чистокровные немцы. У них русских примесей до моего прихода. И еще сноха у меня тоже. Ну, у них русская. В общем, нас только две русских снохи. В ихней династии. Остальные все немцы. Так что это мы там зачесались, а просто русские. А муж у меня немец. Некоторые писали, что там у меня муж ходит без настроения. Но он или так, он или всегда такой, или всегда чересчур сильно веселый.
В общем, у него серединки. Середина у него не получается. Он или так, или так. Что вам еще рассказать? В общем, такие всякие ложки, вилки я отправляю в посудомойку. В общем, сейчас я тут помою раковину. Посуду я уже все убрала. Да, мне уже тут больше ничего нету. Сейчас поставлю все вот эти салатницы по местам и буду печь пирог. Сейчас еще. У меня всегда столько много в духовке стоит. Листы, всевозможные формы. И перед каждой выпечкой это нужно сначала все убрать. Я не знаю, в чем я буду печь. Я, наверное, вот в этой буду печь. А потом все обратно поставить. Я думаю, что у всех так духовка занята всякими многочисленными листами, решетками и так далее. А сегодня еще, знаете, что хочу сделать? Сейчас листы уберу. Сегодня еще хочу разобрать этот кранец, который на столе стоит у меня, ну, с этими 4 свечками. Кстати, выбрасывать ничего не буду. На следующий год на вот этот вот сам круг, на этот сам кранец, сделаю что-нибудь новенькое, придумаю. Вот эти подставки для свечек выбрасывать не буду. Да, елки сухие все сейчас соберу, выкину. Но после того, как уже испеку, сейчас не буду отвлекаться. А то у нас уже скоро обед, нужно чем-то обедать. Кстати, у нас еще салаты остались, у нас еще оливье и холодец. И манты у меня замороженные есть. Я не знаю, мужики, походу, мои не знают, что у меня манты замороженные есть, потому что они вчера просто так все доедали, что было. Не, у меня еще манты. Я налепила остаточные. Сейчас покажу. Они у меня уже тут тоже. Так, где я их тут запаковала? Видите, я вот так вот налепила, поставила. Кстати, их можно и на сковородке сделать, и в кастрюле, ну или в мантоварке. Мороженое тоже можно делать. Так что кушать я сегодня ничего такое готовить особенного не буду, потому что у меня есть заготовки, которые можно по-быстрому приготовить. Ладно, сейчас начинаю делать пирог. И потом буду разбирать свой кранец. А мне еще белье сегодня погладить надо. Я постельное белье меняла. И сейчас стирается. И потом я в сушилку заброшу. И как это все у меня дело высохнет. Я обычно постельное белье сразу глажу и убираю, ну, в шифонер, чтобы оно не валялось. А то оно, когда после тропнера, его сильно много гладить не надо, его побыстро. Я так прям складываю пополам, быстро утюгом прошла и готово. Потом все сложила и убрала. А если вытащить или в сушилке оставить, если там в сушилке долго полежит, оно потом намного, ну, намного сильнее мнется. Ну, так что. У меня сегодня есть чем заняться. Еще мне уже поступили новые заказы. Я 2-3 дня отдохнула без заказов. Теперь у меня уже опять начали потихонечку поступать новые заказы. Но сегодня, наверное, ничего делать не буду. Наверное, уже начну завтра, с понедельника. Ладно, давайте я тут тогда убираюсь. И буду печь пирог. Все, девчонки, я свой пирог приготовила, теперь отправляю его в духовку выпекаться. Как испекется, я вам его, конечно, покажу. Все, пирог отправила в духовку, а теперь, друзья, по новой все убирать на кухне. Сейчас вам покажу. Только что все убрала на кухне, смотрите, там теперь все опять везде разбросано.
В общем, я теперь убираюсь еще раз на кухне. Как пирог будет готов, я его только поставила 55 минут. Как пирог будет готов, открою немножечко окно. В общем, как пирог будет готов, я вам покажу. А пока убираюсь на кухне. Кстати, я уже говорила, да? Не знаю, говорила или нет, но вот этот вот экстракт ванили я покупала на Амазоне. Мне он нравится, он хорошо пахнет. Ну, корица обыкновенная, да? Это я теперь убираю все после съемок своего пирога яблочного. Хотела какой-нибудь другой испечь, а сын говорит, нет, испеки тот, который ты всегда пекешь. Ну, пришлось мне опять этот же печь. Ну, думаю, ладно, если им нравится, мне-то какая разница. Мне главное, чтобы яблоки не выкинуть. Кстати, девчонки, вы знаете, что вот эти вот части, венчики, лопатки всякие разные от KitchenAid, вот от моего миксера, нельзя мыть в посудомоечной машине. Потому что здесь может вот этот вот, вот это покрытие начать отходить. И потом это у вас не подлежит, ну, гарантийному, гарантии не подлежит. Но у нас уже, наверное, гарантия прошла, и этот, ой, этот миксер у нас, наверное, уже, ну, года два, наверное. Я Сабрине покупала, думала, ну, она пекет иногда, но я думала, она будет снимать, то, что какие-нибудь рецепты, думаю, пусть ребенок занимается. А она пекет, она бы чаще пекла, она же знает, что ей много сильно есть нельзя, чтобы не поправиться, поэтому пекет редко. Так, сейчас я опять помою посуду, все эти вот эти вот огромные чаши. Я не ставлю, да, в шпильмашину, пока место занимаю. Главное, буду здесь убираться. Мне еще нужно же будет концовку моего пирога отснять. Кстати, пока выйдет этот влог на канал, я первым делом выставлю сначала свой пирог. Короче говоря, когда будете смотреть этот влог, пирог уже должен быть на канале. Тут очень вкусный пирог, поэтому у меня сын постоянно его и просит. Ему в этот раз опять яблоки принесла женщина какая-то с работы, ну, коллега. Я смотрю, они уже так потихонечку начинают пропадать. Но это свои яблоки, не, без всяких удобрений, без всякого опрыскивания, скажем так. Поэтому они долго не стоят. Я думаю, надо их быстро переработать. Ну, чтобы не выкинуть, а то, знаете, жалко. Мне почему-то всегда жалко выбрасывать продукты. Не знаю почему. Ну, просто жалко. Ладно, будем ждать наш пирог. Сейчас я тут марафет наведу, уберусь. Ну и пирог будет уже скоро готов. Кстати, у меня начались разгрузочные дни. Я с утра сегодня съела бутерброд с сыром, кофе. Сейчас я на обед сварю себе вот такую вот... Ну, я как-то говорила, что это перловка, потом меня поправили, что это какая-то пшеница. В общем, мне все равно. Вкус у нее очень сильно похож на перловку. В общем, я сейчас сварю себе вот такой вот пакетик, пополам его разделю и сделаю свежий салат. Так устала. Так надоедает постоянно, ну, кушать постоянно такое мясо. У нас еще салат оливье остался. В общем, короче говоря, у нас еще всего. Ну, мужики-то пусть кушают. Пирог мой пекется. В общем, а я себе поставлю вот это сейчас варить.
пшеницу. Она быстро варится, написано всего 10 минут. Я тогда рассольник сварила. Между прочим, рассольник был отменный. И сделаю себе просто свежий салат. Вот с таких вот черри томатов. Потому что оливье... Нет, я бы поела, но просто меру надо сказать. Я убирала здесь в холодильник листья салата. Сейчас я их помою. Они хорошо сохраняются, потому что, смотрите, они здесь, горшочка не было, а просто они здесь еще в земле, и влага сохраняется, и салат еще весь как свежий, как будто бы он растет в горшке. Поэтому я сейчас вот эти вот листья тут поотрываю просто-напросто. Сразу все израсходую. Что у меня? Ой, у меня же очень быстро закипает. Ой, блин, как крышка присосалась. Все, это выкину. Все, сейчас сделаю. У меня еще есть болгарский перец. Огурца нету. Кстати, мне написали в комментариях, что в салат оливье добавляют тоже свежий огурчик. Я тоже добавляю свежий огурчик. Мне так нравится, когда пахнет именно оливье свежим огурцом. Но у нас получилось так, что не было. Потому что огурцы сейчас какие-то невкусные, я их редко покупаю. В общем, листья вот эти я просто так порву, вот так вот просто. Небольшими кусочками. Помидорки потом просто порежу и сделаю... И сделаю просто эту присыпочку с маслом. Ну, знаете, такие присыпочки для салата. Вот такую вот. Все. И будет вкусно. И полезно. Так, где у меня ножик? Где у меня мой любимый ножик? Помидорки прямо на 4 части разрежу. У нас еще и холодец есть. Ну, мужики-то едят. Эрик манты нашел в холодильнике. Говорит, ух ты, у нас еще манты, оказывается, есть. Я говорю, да, есть. А что ты, говорит, не сказала? Я говорю, ну у нас же есть что доедать, что я буду говорить? Что я буду все свои запасы? Вам показывать, думаю, потом. Ну, я не знаю, что они будут кушать. Наверное, манты как раз я им сегодня и сделаю.
потому что просто салатик они кушать не будут. Написали мне в комментариях: Володе надо садиться на правильное питание. Ага, посадите вы мужиков на правильное питание. Здесь сам-то сесть не можешь на правильное питание, а не то, что про мужиков. У них же на все есть отговорка. Типа я работаю, я калорий много расходую и так далее. А мы тут просто сидим целый день. Вот я сегодня целый день на кухне кручусь, уже по второму кругу только убираю. А Володя как сидел, телевизор смотрел, так и смотрит. Кстати, кофе я пью, да, мне все равно, будет сейчас обед или не будет обед, я все равно кофе пью. Ой, надо было мне время поставить, я забыла. Все, сейчас. Кстати, вот это вот масло, которое я покупала, помните, я вам показывала, вот это вот оливковое масло с Италии я заказывала. Оно вначале такое было ничего, а сейчас, короче, горчит немножко. В общем, короче говоря, мне не нравится, я его не добавляю. Обыкновенное вот такое рапс-эль добавлю немножечко. Буквально столовую ложку. Такую вот присыпочку. Сейчас еще положу перец черный. Немножко перемешаю. Все, и вот такой вот салатик у меня получился. Все остальные, наверное, будут кушать оливье, доедать. А я буду вот этот. Где там помидорочка? Помидорки маленькие, вкусные, сладенькие. Ладно, теперь опять тут доубираюсь. Как мой пирог приготовится, покажу вам. Все, друзья, вот такой у меня сегодня обед. Такая вот перловка, пшеница-перловка. И вот такой вот салат с помидорчиками и капустой. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Ну все, смотрите, вот такой у меня пирог получился. Вот такой он весь пропитанный. Здесь очень много яблок. Он получился такой очень-очень нежный. Очень-очень нежный. Очень-очень вкусный. Сыночка приготовил себе уже тарелочку. Бросил себе немножечко. Положил себе немножко замороженных ягод. В общем, вот такая вот красота у меня получилась. Это очень вкусный пирог. Переходите на мой другой канал, на мой кулинарный канал и готовьте вместе со мной. Всем приятного аппетита, друзья. Сын пошел пить кофе с пирогом, а я просто кофе.